Привет, это Степан Червяков. У меня никакой темы нет, как всегда буду просто говорить о чем-то. Недавно были скидки на Алиэкспресс, я закупился всякой дешевой всячиной, вот уже начало приходить. Для начала я подумал о своем блоге, о том, что мне не очень удобно, вот когда у меня такая обычная стойка, потому что если вам нужно поменять местоположение микрофона, вам нужно что-то крутить, что-то тут откручивать, и это каждый раз головная боль. Поэтому есть вот эта посылка. Нет, это не лампа. Это держалка для микрофона, но со стойкой, как у лампы. А стойку зато можно будет вернуть обратно на студию. Белая. Я думал, черную сказал. Вот, другое дело. Теперь в любой момент микрофон можно поставить так, как тебе удобно. Выше, ниже, ничего не надо крутить. Просто берешь и двигаешь в нужное положение. Это очень круто.